Сегодня в СМИ Камчатского края на интернет-ресурсах была размещена информация, что на реке Быстрой Отдальстрой производит работы, как их называют, незаконными. Я, как член комиссии по лесоустройству при агентстве лесного хозяйства, хочу сказать, что в 2019 году комиссии были согласованы работы, а именно, проходка траншей является основным разведочным методом. То есть мы согласовали им проект на проходку траншей длиной 3480 метров. Что происходит сейчас на реке Быстрой, мы не можем сказать, потому что сегодня была попытка выехать, но в связи с тем, что условия погодные не позволяют, я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем с агентством лесного хозяйства, с природоохранной прокуратурой и разберемся на месте, есть нарушения или нету.